Всем привет. Baby Go, семейный канал. Привет-привет, наши дорогие. И сегодня у нас очередное развивающее видео. Сегодня мы будем с Дениской изучать профессии людей. Попробуем не только рассказать ему, какие профессии бывают на карточках. У нас вот есть различные профессии. И заодно будем узнавать, что умеет делать человек данной профессии. Я сейчас тебе буду показывать картинки. Или Кеша будет показывать? Кто тебе будет показывать картинки? Кеша или Точка? Точка! Точка! Точка показывает картинки с профессиями сегодня. Ну, поехали! День. Итак, первая профессия. Попробуй ее назвать. Видишь, с фотоаппаратом, дяденька? Положи на стол, подумай, что это может быть. Дяденька. И что это за профессия такая? С фотоаппаратом, дядя, или даже с камерой. Это кто? Это фотограф, Денюш. Не знаем мы пока профессию фотографа. Этот человек фотографирует людей и оставляет им на память фотографии. Что он несет людям? Какую пользу? Память, правильно? Память о родственниках, о друзьях и так далее. Давайте посмотрим следующую профессию. Какую? Это... Покажи, День, посмотри внимательно. Смотри, кто это, Денис? Дед полицейский. Полицейский, правильно. А что он делает, День? Ну? Он кого-то ловит? Да. Кого ловит? Дворников. Дворников ловит? А может, кого-то другого ловит, День? Дворников. Преступников ловит, может да. быть? Правильно. И чего он оказывает? Какую пользу? Вот это. Он охраняет наш покой. Дядя полицейский, вот да? Вот она. Давай попробуем следующую профессию. Вот это вот ты должен точно знать. Кто это на картинке? Дядя. Дядя какой? В каком халатике? Белый. Ну-ка вспоминай, где у нас бывает дядя в белых халатиках? Скажи, папа. Дядя доктор, врач? Белый. Дядя врач. А что он делает? Лечит кого-то. Лечит кого-то, правильно. Какую пользу? Он несет людям здоровье, да, День? Здоровье. Врач написано следует. Врач написано. Вот такая полезная профессия. Откладываем стороночку. Ой, следующее. Интересно, Денечка догадается или нет? День, какая это профессия? Кто это? Дядя, тетя. Видишь, тетя стоит у доски и что-то детишкам объясняет. У тебя вот на досочке, когда рисунки с цифрами, с больше-меньше. Дядя, залез сюда. А кто залез. Это тетя кто, как ты думаешь? Это кто? Ну ладно, на самом деле мы не знаем пока еще, кто это. Это учитель Дениска. Учитель учит грамоте. Еще он чему учит? Цифрам, сложению, вычитанию, физическим наукам различным, экологии, психологии и многому давай, другому. Давай это. Сейчас следующий будет. Давай. Следующая профессия. Ну-ка давай попробуй угадать. Попробуй угадать. Дядя. Дядя какой? Что пожарный. Он делает? Пожарный, правильно. Он что делает? Он тушит? Что он тут? Пожарник написано. Я что не он делает? Какая у него машина? 0-1. И куда он выезжает? Пожар. Пожар. Правильно, значит, что он делает? Он спасает здание от огня и людей спасает. Несет благо людям? Несет, конечно. Давай в стороночку пожарного отложим. Следующая профессия у нас какая? Ой, дядя. Ой, это сложно, да? Смотри, дядя с сумкой конверт несет. Сумка. Что он несет? Ну? Этот дядя несет конверт? Да. Он несет почту. Почту людям домой. Да. Он почтальон. Он письма приносит. Извещения, телеграммы и так далее. Адапция. Такая профессия тоже полезная, да, для жизни? Адапция. Ну и последняя. Итак, у нас самая сложная профессия. Кто это на картинке, День? Дядя Чучу. Дядя с метлой. Смотри, листья разбросаны. Что этот дядя делает? Подметает. Подметает, значит, он кто? Листья убирает, ты сказал. Да. Чист, порядок, чистоту наводит. Значит, дядя кто? Дворник.
Дворник, правильно. Он следит за чистотой на улице, в подъездах и в помещениях. Вот, вот такая полезная профессия. Друзья, сегодня мы изучали профессии и успели изучить 7 штук. Но на самом деле профессий еще огромное множество. Давайте поступим так. Если этот ролик наберет 1000 лайков, тогда мы снимем часть вторую. День, согласен? Как, если 1000 наберем, скажи, наберем 1000, да. Тогда будет вторая часть с профессиями. Давай остановим. Пока-пока. Сегодня мы изучали профессии, а сейчас мы с вами прощаемся. Ставьте нам пальчики вверх, как пальчики вверх. Вот так. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои полезные комментарии. До новых встреч, друзья. Пока, посмотрим, 4 точка. Давай. Баба. Баба.